Всем доброе утро. Снег у нас еще лежит. Такое же получается утро, как и вчера, да? Заснеженное. Босик тут под елкой сидит. Босик, ты где, ку-ку? Ладно. Так, сегодня же у нас первый адвент. Всех с первым адвентом. Но сначала надо кофе попить, а потом свечку зажечь. Так что сначала кофе, кофе. Мне, кстати, сын что-то приболел. Вчера он достала все свои лекарства. Но сразу на ночь выпили. Ну, в смысле, он, я ему дала этот на ночь Мединайт. Кстати, он у меня был, мне тоже одна подписчица писала, говорит, когда я говорила, что простыла, что это надо без огня. Я про него совсем забыла. А вот когда ребенок заболел, конечно, сразу вспомнила, что он у нас есть. На ночь выпила, ну посмотрим. Ну как, морозило просто, вот как у меня, может быть, пройдет, слава богу. Будем надеяться. Ну да, сейчас такое время, что не знаешь, можно заболеть только так. Так, не знаю, большую или маленькую, но с утра я обычно среднюю пью. Ладно. Ага, попила, воду долить надо. Наливается, долили воду. Кстати, меня несколько раз уже спрашивали насчет этой вазочки, да, стеклянной с крышей. Не знаю, конфетница, не конфетница, но я ее приспособила под конфетницу. Я ее уже давно покупала, наверное, года 2-3. Так что и то не выписывала, а так покупала в магазине. Денер. У нас там и декорация всякая, и цветы. Я уже как-то была в нем, показывала вам. Там много чего от всех фирм всякие. Тоже вот вазочки, декорация, свечи там, короче. Вот, ну, вот я там покупала. Может быть, как-нибудь съездю, можно будет посмотреть, есть там такое еще или нет. Но я говорю, уже она у меня давно, если что. Так, кофе налилось. Молоко налить надо. Вчера эти жареные, эти миндаль жареный купили вчера. Вкусный такой. Ну, я половину младшему дала сыну, он съел, половину старшему вот отсыпала. Так, придет сегодня, ему дам. Все поровну должно быть. Я вообще не люблю горький кофе, я лью побольше молока. Не люблю, когда такой сильно выраженный прям вкус кофе. И без сахара, самое главное. Сахар мне вообще перебивает кофе. А Коля раньше пил и с молоком, и с сахаром. Потом я его постепенно отучила без сахара. Дети мои тоже все без сахара пьют кофе. Так что хорошо. На сахаре экономим. Шутка. Ну да, сахар нужен только если что-то испечь, а так он не нужен. Так, ну все, пошлите свечку зажигать. Будем свечку зажигать. Самую большую, естественно. Так что с первым адвентом. Всем, кто кофе пьют, приятного кофепития. Девочки, смотрите, как прикольно. Все по цвету. Тапочки, носочки. Красота? Халат не сняла. Че? Халат. Ну ладно, халат у меня еще, да, такой. По цвету. Правда, пижама не по цвету. Красная, не буду показывать. Не по цвету, она не подходит, я не буду показывать. Чуть-чуть покажу. Так что... Прям цвета совпадают. Надо же, не планировал, но совпали. Все, цвет. Ну. Босик всегда сидит на своем месте. Место встречи изменить нельзя. Да, Босик? Свечку я уже зажигала утром. Сегодня же первый адвент. Коля. С первым адвентом все. Да, Коля просил пока его не показывать. Не, у него патчи под глазами. Шутка. Ну, он только встал, ладно. И я тоже еще. Я в смысле, давно уже встала. Но тоже пока еще показываться не будем. Че пугать народ, да? Да, с утра.
Всем привет теперь так. По очереди. Всем привет. Мы опять, ой, в машине. Ну, хотим на кладбище заехать и потом немножко там рядом лес, в лесу погулять. А потом уже приедем домой, будем кушать, варить. Сегодня, наверное, рыбу в духовке сделаю, там картошку сварю. Сегодня все-таки первый адвент. А то вообще я хотела, думала, рыбный суп сварить. Все, хочу его. Ну, как говоришь, детей спрашиваешь, что, суп или нет, сразу рыбу в духовке. Так что ладно, будем делать, желание детей же закон. Ну так, чуть посидим. Но так как я и говорила, что у меня сын немножко приболел. Ну, я вообще хотела, чтобы мама тоже пришла, старший сын. Ну, я предупредила их, но мама сказала нет, потому что тоже, да, когда если заболеет, как-то будешь потом вину чувствовать за собой. Но я предупредила. Да, хотела, да, чтобы мама пришла тоже. Все-таки первый адвент. Но сын сказал, все равно придет. Так что это немножко посидим. Так, а сейчас с утра прогуляемся. Свежий воздух все равно нужен. Выходить обязательно надо. Так что едем. Холодно у нас. Сейчас минус 3, да? Ну, в машине пока минус 1, а в телефоне минус 3 стоит. Но сейчас там, где кладбище, вообще и лес будет похолоднее. Так что едем, еще увидимся. Вот, снежная красота. Такое редко бывает. Вообще в этом году рано, да, снег выпал? Так что надо такое запечатлить обязательно. Дети вообще рады. Везде снеговиков лепят. Все семьями гуляют. Надо было наших деток больших тоже за ручку взять. Где наши детки? Да, раньше тоже гуляли с детьми. Санки сейчас, брат. Да. Одного, второго. Прям снег скрипит. Ну, мы тепло оделись. Вон сколько снегу. Свежий воздух такой. Хотел только сказать, Женя. А Женя уже тут. Ну все, мы в лесу. Да. Гуляем. Ездили на кладбище. Женя как будто с мотором, блин. Как даст газу. Не успеешь за ней. Тут интересно, тут деньгашки везде валяются. Все надо. Кора деревьев. Ну, на кладбище сходили, правда, такой уже круг обошли, много знакомых столько. Теперь сейчас чуть прогуляемся и поедем. Да? Да. Вон все, смотри, гуляют все. Просто как собаками такими. Сейчас надо где-нибудь мне прилечь, звездочку сделать. Ты знаешь? Да, знаю. Много найти. А там вдруг собачки пописали. Главное, не собачьи какашки, ты ее будешь. Такая лежу и давно размазываю. Я тебя во всю длину. Во всю длину? Да. А то я не вылазю. Во весь 1.70 метра. Ой, я уже 1.7 метра. Во весь 1.67 метра, да? Ну все, 1.67 метра. Говори всем пока. Ну мы еще встретимся, да? Зачем пока? Мы же встретимся. А, хорошо, я выключаю. Ну, дети с санками, так прикольно, так по-снежному все. Такое редко увидишь, тут санки же. Все, налазилось в снегу. Ой, красота, детство хоть вспомнить. Надо под большую, наверное, елку потрясти. Ну, давай вот эту потряси большую. Все, понеслась. О, натряслась? Елку потрясти? Ну, потряси. Красота. Фу, вот теперь зима чувствуется. Звезду. Все, мы уже пришли домой, нагулялись красными щеками. Так хорошо погуляли, прям морозно. Снег вон у нас, видите, еще есть. Ну да, мы же были сейчас в снегу.
Ну, конечно, причесон такой после шапки. Ну все, сейчас будем готовить уже. Но я думаю, показывать не буду так полностью рецепт. Я уже такое делала. Просто рыба в духовке, картошку отварю. Там может быть салатик или еще что-нибудь. Ну так примерно покажу. Так, уже у нас уже обед. Так что сейчас по-быстренькому это быстро делается. Ну рыбу, правда, сейчас мне надо немножко замариновать. Этот лимон туда, перец, соль и все. Пусть полчасика постоит и все. И будет обед готов. Так что пойдем. Все, рыбу я замариновала. Просто вот такие кусочки, они готовые были. Я же показывала, да, в покупках. Просто перец, соль и оливковое масло совсем чуть-чуть. И лимоном, да, соком полила. И пусть постоит полчаса в духовку и минут 20, и готово. Сейчас буду картошку чистить. Так, ну что, к этому мы решили глитвейн, да? Коля решил подогреть его. Сейчас... Внутри покажи. Ну, он туда шкурки этого мандарина, дольку мандарина. И что еще? Апельсинов просто не было. Да. А лимон это я вчера резала кусочки, когда мы чай пили. Он так, ну, подсох немножко, ничего страшного, в это пойдет. Вот сейчас подогреем, по бокальчику выпьем. Все-таки первый адвент. О, какой красивый. Сколько он градусов вообще? Или процентов? 9, я вижу, 9. 9. Так что я тут картошку начистила. Рыба сейчас тоже уже пойдет в духовку. Процесс пошел. Достали наши стаканчики. Красненькие как раз. Ну, что, будешь так с ковшика наливать? Да. Пар идет. Салфетку дать? Ну, да. Пар идет. Красота. То если красное где-то капнет, то все. Коля сразу ремонт будет делать. Капнуло на плиту. Ремонт не буду делать. Ну все, с первым адвентом вас. А, ты, я тебя снимаю. На первом плане. Да. Всем адвентом с первым. Да. Планом. Всем всего самого хорошего. Второй тоже будем отмечать. Да. Да. Мне понравилось. Окей. Ну, я так по-быстренькому стол немножко накрыла. Так, салфетки эти положила. Ну, так, в произвольном, да, раз, хватило, быстренько, раз, раз. Это вот эти вот, которые показывала Олене специально для салфеток. Новогодние у меня есть свечки, так что по-семейному. Жалко, что мама не придет, конечно, очень бы хотелось. Но у сына температура, боишься, вдруг потом мама заразится. Так что вот так, сейчас уже поставлю рыбу в духовку. И все, уже потом покажу, когда уже готово будет. А еще ж хотела, кстати, вот этот вот сейчас. Балтийский берег, коктейль из морепродуктов в маринаде. Сейчас попробую... Вот это вот, наверное, положить. Не знаю, может быть, оливковое масло сюда еще. Там перец, соль. Сейчас открою, посмотрим. Который Коля-то привез. Так что сейчас откроем. Пока ничем не пахнет. Все, воду я слила. Если что, там шумно, Коля разговаривает с другом из Казахстана. Так что вкусно. Я так одну попробовала. Сейчас. Вот такая вот. Ну, сейчас перец, соль сюда, да и все. Немножко перца сюда, оливковое масло и немножко соли. И все, я думаю, больше ничего не надо. Прикольная штука, так попробовала. Вкусно. Решила я еще овощи такие немножко как потушить, поджарить. Это тут у нас зеленый горошек, морковка и цветная капуста такая маленькая. Как раз так думаю, чтобы овощи в картошке докрыты были. Там и тут еще такое, как масло идет со всякими травами. Вот оно сейчас растает, тоже замороженное. Так что тоже вкусно. А, кукуруза тут еще. Все, наш стол готов. Вот рыба, картошка я положила все в одну. Сделала еще моцареллу с помидором, так бальзамическим соусом полила. Овощи, ну вот этот соус холландез, это специально вот для картошки, для рыбы такой соус. И наш Балтийский берег.
Так что всем желаю приятного аппетита, тот, кто кушает, и с первым адвентом. Всем большое спасибо и всем пока. Так что такой стол у нас получился. Обед. Жалко только то, что мамы нету. Так что, ну все, всем пока и всем всего самого хорошего. Die Gesichter nicht, nur die Hände sind, ne? Die Finger, ne? Und Tattoo. Oba. Das ist mein Schatz.